США планируют разместить дальнобойные ракеты в Германии. Ну и тут Путин не растерялся и уже угрожает зеркальными мерами. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов, будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Что же имел в виду Путин, когда говорил об одностороннем моратории? Когда мы говорим о вопросах ядерного оружия, стратегических ракет, межконтинентальных баллистических ракет, да, то Путин так или иначе в этих словах своих оперирует темой договора о нераспространении вооружений СНВ, да, СНВ-2, из которого не так давно Российская Федерация официально вышла, да. Ранее этот договор контролировал количество оружия, которое могло быть у США и РФ. Уже несколько лет, как этот договор СНВ, он по сути не актуален. Во-первых, он крайне невыгоден Соединенным Штатам, потому что он заставляет их ограничивать ядерный арсенал, в то время как Китай уже нарастил огромный арсенал и не подпадает ни под какие ограничения. Да, поэтому США, им бессмысленно это все соблюдать. Со второй стороны, Российская Федерация, которая, опять же, используя те или иные методы ядерного шантажа, тоже давно уже нивелировала принципы этого договора. Путин заявил о том, что в опасности могут оказаться важные российские объекты вследствие размещения на территории Германии дальнобойных ракет. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. То ли великий недопрезидент на самом деле боится этих ракет, то ли продолжает профессионально делать из себя жертву. Прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО их могут использовать. Никаких правил использования нет. Ну, понятно, что их никто не будет так просто кидать, да. Но, опять же, если внезапно происходит нечто, что срывает, условно говоря, статус-кво, да, ставит его под жесткое сомнение, ну, например, вторжение России в Балтию, то теоретически могут быть использованы и эти ракеты, да. Чем они опасны? Тем, что это носители ядерного оружия. Каких же действий можно ожидать от власти России? Ключевое слово «действий». А то все мы знаем о пустой многословности власти Кремля. Россия так или иначе будет пытаться усиливать тематику касаемо своего ядерного арсенала в Беларуси. То есть мы еще услышим там о возможности каких-либо учений, да, о возможности, возможно, размещения дополнительных ядерных ракет там где-то в северной России или в Калининградской области, или же, опять же, передачи в Беларусь, да, потому что это единственный вообще теоретически возможный ответ, который Российская Федерация способна сейчас сформулировать для себя. 10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что в 2026 году США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Это будет происходить в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем. Где же в будущем еще стоит ожидать размещения ракет от США? Ракеты должны находиться на определенной, скажем так, глубине, да, территориальной, подлетного времени относительно территории РФ, чтобы Россия не могла очень быстро, например, баллистическим вооружением уничтожить пусковые установки, да, потому что если ракета будет, например, на территории Финляндии, то в случае возможного военного конфликта с НАТО Россия могла бы попытаться «Искандером» уничтожить пусковые. Да, это большие риски. Поэтому скорее, что вот действительно ракеты будут находиться в странах, которые прямо не граничат с Российской Федерацией, где есть определенное расстояние. Ранее уже и президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что если союзники решат разместить ядерное оружие в Польше,
то они будут готовы. Этим всем сказано одно. Насколько все союзники Украины понимают угрозу со стороны России и уже готовятся ей противостоять.